Сегодня варим антивандальную решетку на залитую плиту под холодильное оборудование. Резали уголки в размер. Выложили нижний ряд. Аппарат снимай какой. Уголка. Придерживаем массу молотком. Варим вот таким вот сварочником. 50 метров удлинителя. Сечением 0,75. И маска на болтах. Смонтированная. Вырезаем лишний фундамент. По высоте немножко выше получился, чем плита. На пару сантиметров. Сейчас лишнее срезаем. Проварили вот уже первый уголок, нижнюю площадку. Проварили вот верхнюю площадку, рамку из уголков. Привариваем свой лишний бетон. И проваривать все арматурой. Сварили каркас. Усилили немного крышу под обрешетку. Потому что обрешетка будет деревянная. И сейчас будем приваривать дверь во всю ширину и проваривать все десяткой арматурой. Каркас проваривать. Приварили дверь, дверную рамку. Сейчас будем нарезать арматуру. На эту ложечку вот тут. Да. Стены двери. 6-метровые прутки арматуры. Десятки. Идем нарезать. И заваривать антивандальный ящик. Наварили стоечные арматуринки. Размечаем стоечные арматуринки на заднюю стену. Будем их нарезать и также приваривать. Затем наварим на дверь, на маленькое окошечко. И будем резать горизонтальные. Проварили почти все стоечные. Даже можно сказать все. И начали прокрашивать верхние уголки, чтобы просыхала краска. И пока краска сохнет, проварим горизонтальные арматуринки. И начнем кидать дюймовку на как обрешетку и закрывать белым железом. Продолжаем делать вольер под холодильное оборудование. Покрасили крышу, чтобы можно было присверливать доски. И будем сейчас проваривать горизонтальные слева, сзади и по диагонали на воротине, на здоровой. Потом крепить доски и железо. Проварили полностью решетку, начали красить, воротину покрасили, положили полностью дюймовку на обрешетку, под железо, прикрутили на болты, на шестые, где-то болт-то не видать. Почему-то вот такие вот болты везде. И будем сейчас прикручивать 0,7 железо белое. Кровельные саморезы. Тут выйдет как раз 3 листа. 1,05 м рабочего листа. 2 метра. 20 сантиметров будет свисать. 15 даже. И слева справа 20 сантиметров тоже будет выноса. Продолжаем красить, красим и красим.
положили железо, уже полностью проварили всю конструкцию. И сейчас будем ее, после того как прокрасим, отодвигать в сторону, вот туда. И сюда будут подвозить уже холодильное оборудование. И потом поставим его сверху на холодильное оборудование. Вешаем дверь для обслуживания и приянкерим его по периметру в бетонную плиту. И тут к стене